А у нас тем временем белуга заехала уже на сборку после покраски, после переборки мотора. И вот хочу вам показать отдельно, какие крутые рычаги теперь на ней будут стоять. К сожалению, IKEA формула в борьбе с бетонными блоками бесследно утрачена. И нам пришлось применять другие решения. Нам нужен удлиненный нижний рычаг, нам нужны регулируемые верхние рычаги. Кастерный рычаг мы используем N1 от Марка, но его немножко доработав. А возможно и нет, возможно болт он станет. Сейчас будем, когда в процессе примерки, я вам показывать буду. Вот, поэтому проект пацанам из SwapWorks. Отличное качество. Многие дрифтеры на них ездят. В мою бытность использования Altezza такой красоты у нас не было. А сейчас вот, пожалуйста, доступно в продаже. Так что сейчас собираем Аристу, буду держать вас в курсе. А у нас тут, значит, наш магазин «Автоспорт в опасности», магазин на диване. Приехала обновочка. Новые носки «Автоспорт в опасности» к Новому году. Значит, сейчас я помощница. Иди сюда, хватит прыгать. Бери телефон, снимай, значит. Значит, что у них тут? «Автоспорт в опасности» надпись с одной и с другой стороны. И самое главное, это надпись. Снимаешь, Лер? Угу. Занос 1 метр. Короче, на этих носках можно что? Дрифтить. Все. Сняла? Угу. Молодец. Короче, ребята, пишите в «Спорт в опасности» все вопросы туда. Я ничего не знаю, я этим вообще не занимаюсь. Это просто все Лере, да, Лер? Угу. Спокойной ночи.